Казахстанская спортсменка Сабина Алтынбекова перешла в японскую волейбольную команду. Фотографии с нового места тренировок девушка опубликовала в социальной сети. Многие поклонники тут же отреагировали на перемены и вспомнили предыдущие интервью, в которых спортсменка неоднократно повторяла, что будет представлять казахстанский волейбол. Как оказалось, переезд в страну восходящего солнца временный. По словам ее тренера Анатолия Дьяченко, Казахстанская федерация волейбола подписала с японскими коллегами контракт, по условиям которого Сабина будет набираться опыта за рубежом, а после этого вернется играть уже в родную команду. Напомню, популярность к спортсменке пришла после того, как китайские журналисты отметили необычную внешность Алтынбековой. За короткий срок волейболистка приобрела сотни тысяч поклонников в Азии.